только мог быть доволен. 2-0, 2-2, 3-2, чуть-чуть, как бы, тайбреки, прекрасный финал, начали хорошо. Конечно, игра тяжелая, первые две партии, после все эмоции, которые мы бросили против Москвы, время, конечно, нам было меньше восстановиться. Вот, первые две партии так тяжело начали, потом исправились. И кроме блоки мы выиграли всех элементов Казань сегодня по статистике. Поэтому серия длинная, все начинается от завтра и готовимся к следующей игре. Каждый раз, когда играешь в финале, это и много эмоций, и много тактики, и много этих так хороших и плохих вещей, которые мы сделали сегодня и не сделали, но это все нормально. И видно было, что сделали так просто нелогичные ошибки. Нет ошибки так, чтобы хорошо подавали в аут или что-то, но просто какие нелогичные ошибки. Но наверное, меньше брака, чтобы было, потому что начали как-то суетиться, очень много ошибок, неправильные какие-то действия выполнять. Наверное, меньше брака, чтобы делать. Когда играете с такой командой, как Локомотива, в смысле очень качественная команда, вам надо обратить внимание на все. Все, правда, конечно. И как у них летит подача, и кто где подают, и как атакуют, и как блокируют, и как встают в защите. Все нужно обратить внимание и сказать игрокам. А терять было нечего, просто бьешь со всей дури, вот просто все силы отдаешь, и это сработало. Вы видели, какой эмоциональный матч, какая пятая партия. Если честно, я вот даже не могу передать свои ощущения, я вообще не знаю, что со мной происходит. Вот вообще не понимаешь, что ты в финале первый раз в жизни в карьере, сборишься за медали, и это что-то невероятное. Это самая лучшая работа в мире, самая лучшая работа, да? Спасибо.